В Северном Казахстане за коррупцию задержали начальника районного отдела образования. Чиновница известна в регионе благодаря скандальной истории двухлетней давности. Тогда Сара Рамазанова руководила отделом образования в Петропавловске. При ней лучшие детские сады города были переданы в доверительное управление ее гражданскому мужу. И вот теперь Рамазанова отличилась уже на новом месте работы. Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области расследуется уголовное дело в отношении руководителя отдела образования района Мағжана Жумова Рамазановой по факту совершения коррупционного правонарушения. В настоящее время специализированным судом, следственным судом города Петропавловск в отношении санкционированной меры пресечения в виде ареста Рамазанова взята под стражу. Коррупционные службы отмечают, досудебное расследование проводится сразу по двум статьям – получение и дача взятки. О какой сумме идет речь и кому она предназначалась, не сообщается. Два года назад Сара Рамазанова фигурировала в другом громком скандале. Тогда в частные руки передали три лучших детсада Петропавловска. Два из них достались фирме, учредителем которой являлся гражданский муж Рамазановой. А она в тот момент возглавляла городской отдел образования. После того, как СМИ стала известна эта информация, прокуроры нашли массу нарушений в передаче объектов частным инвесторам и детсады вернули государству. Сама Рамазанова после этой истории сменила место работы и стала руководить районным отделом образования.